Новая аўтазаправачная станцыя на трасе М6 у Скідзелі пасля маштабнай рэканструкцыі адкрылі АЗС. Цяпер наведвальнікі маюць магчымасць не толькі набыць тут паліва, але смачна перакусіць і камфортна адпачыць. Гэта 6-я аўтазапраўка «Беларуснафта» на трасе Мінск-Гродна і 87-я ў Гродзенскай вобласці. На адкрыцці адноўленай АЗС пабывала і наша здымачная група. На месте 20-годовой старой заправки на трассе М6 теперь новенькая. Стильное оформление вылучая АЗС «Беларуснафта» и притягивая увагу. Особливо, когда открытие гучное и с размахом. Усе виды палива, у тым ліку АІ-98, якость по европейских стандартах. Одна с колонок высокохуткостная, где смогут заправляться великогрузы, а до того ж набыть реагент AdBlue. На реконструкцию старой автозаправочной станции спотребилось литерально 3 месяца. И вось коллектив АЗС номер 10 сустракая клиентов. У ліку перших Алла Михно. Цікаво, что жанчына на гэтай автозаправочной станции працавала амаль 20 год. Очень приятно было сегодня приехать, увидеть коллег. И вот эту радость этих гостей, вы знаете, душа переполнена только хорошими эмоциями. Коллектив АЗС номер 10 у Скидели 14 опытных и молодых специалистов. Как означают самые работники, их головная задача – задоволенный клиент. Стараемся всегда с улыбкой, с душой подойти к клиенту, предложить побольше выбор товара. Место у нас хорошее, мы клиентам всегда рады. Для комфорту клиента у гандлёвой полиции с широким ассортиментом харчовой продукции, а так само потребных речей для аутоуладальников. До того ж кава, а на АЗС усталяваны 2 сучасные кавомашины и гарачие стравы, якія можно покаштовать на месцы або узять у дорогу. Зону кафетерия дополняет дитячая территория. Прекрасная заправка, все чудесно, красиво, аккуратно. Приехал, как и все, заправиться, может быть, что выиграть. До речи, по М6 у сутки проходит больше 12 тысяч авто. Пропускная здольность АЗС, якая размещается ля оживленной трассы ля Скиделя, свыше 1000 клиентов у день. Была построена эта заправочная станция в 1999 году. Сегодня мы ее открываем после 100% реконструкции. Ежемесячно на заправочных станциях всего предприятия у нас посещение составляет клиентов 1 000 000. То есть ежемесячно мы видим наших клиентов. Заправочная станция рассчитана на водку с топлива 250 литров. Пропускная способность сутки, значит, применены новое оборудование, в части мультимедийные колонки топливораздаточные. Разместиться можно на великой парковке. Продугледжена она не только для легковиков, але и для великогрузов, а так само туристичных автобусов. Клиенты полюбят АЗС и за программу лояльности, до якой подключены все автозаправочные станции сетки «Беларуснафта». Заусёдники что месяц принимают удел у розыгрыши автомобиля и вандровок по свете. Дарэйшы, у день открытия обновленной АЗС не обошлось без подарунка. У сярод клиентов разыграли 250 литров палива. Комплименты для первых наведвальников станции стала кава с собой. Цікаво, что уже наступным летом компания «Беларуснафта» Гродно-Аблнафтахим планует открытие на трассе М6 такой же станции насупрать.